Привет всем. Вспомнил историю интересную. К нам в деревню лет 15 назад мы переехали и вот провели к нам интернет. И по скайпу к нам вот стали периодически позванивать родственники жены. Они переехали из Караганды в свое время в Германию и вот решили начать общаться. Естественно, им захотелось также пообщаться и со мной. Вот. И я присел к монитору, поздоровался, как у вас дела, говорю. А те что-то начали кочевряжиться так, что-то через губу. Да всяко, говорят, лучше, чем в России. Ну, я им говорю со всей своей нижнеамурской откровенностью. Ну, это да. Ведь если в России все будет хорошо, то у вас будет все очень плохо. Ну, я думаю, я понял, да? Вы поняли, о чем я. Вот. И родственники жены это тоже, видимо, поняли, поэтому чего-то быстро в тот раз они отключились, и меня в чат с тех пор больше не приглашали. Вот. Ну а что говорить, Россия действительно обслуживает ресурсами всю планету. Если у нас, в России, нам всем станет хорошо, прям хорошо реально, то вполне может начаться планетарный кризис, ведь про остальной мир этого не скажешь. Ну, привыкли потому что паразитировать. Вот уж действительно немного перефразируя поговорку, да, что человеку польза, то буржуям смерть.